Rainbow English, 4 класс, учебник, вторая часть. Упражнение у нас второе, юнит 7 и степ 5. Задание первое. Попробуй помечтать о своем будущем дне рождения и каким он будет. Ну, давайте я вам переведу варианты, а вы уже подбираете, какой подойдет вам. То есть у нас начало идет одинаковое, а вот один из трех хвостов, вот этих, вы должны уже записать себе в виде предложения. I'll have my birthday party. Я дословно буду иметь, ну, скажем так, по-русски красивее звучит, у меня будет день рождения, ну, party-вечеринка, ну, у нас просто называют день рождения. At home, дома, in a cafe, в кафе, in the garden, в саду. Дальше. I'll invite. Я приглашу my friends, моих друзей, my classmates, моих одноклассников или my teachers, моих учителей. Before the party, I'll help my parents. Перед вечеринкой я помогу своим родителям to cook, готовить, to clean, убирать, to make tea, делать чай. At the party we'll eat. На вечеринке мы будем есть cakes, торты или пирожные, sandwiches, бутерброды, salads, салаты, hot dishes, горячие блюда, ice cream, мороженое. We'll drink, мы будем пить tea, чай, lemonade, лимонад, mineral water, минеральную воду, juice, сок. Will, это значит мы будем, теперь с переводом, sing, петь, dance, танцевать, listen to music, слушать музыку, play a lot of games, играть во много игр, talk, разговаривать. I'll have some. У меня будет, сам можно сказать несколько, потому что здесь идет слово presents, то есть подарков. Каких подарков? Wonderful, чудесных, good, хороших, interesting, интересных, beautiful, прекрасных, красивых. То есть, как здесь кто не разобрался, I'll have some good presents. Вот так, например, выглядит будет ваше предложение. Или I'll have some wonderful presents. Ставим точку, переходим дальше. We'll all enjoy. Мы все получим удовольствие от party, вечеринки. Food, от еды. Drinks, от напитков. I'll be very, я буду очень happy, счастлив. Tired, уставшим. Pleased, довольным. И задание B, тут посложнее, нужно ответить на вопросы, представив себе, что мы готовимся провести праздник по поводу окончания школьного года. То есть я читаю, перевожу и покажу, что мы можем в ответах написать. Кто хочет, можете, конечно, поменять, у меня будут вот отдельно мои ответы. Кто хочет, можете поменять на информацию о себе. Первый вопрос. Will you come to the party? Придешь ли ты на вечеринку? Ответ у нас должен идти кратенький. То есть, если у нас вопрос задается, так скажем, общего вопроса, то ответ идет кратенький. Yes, I will. В переводе означает да. То есть можно даже I will не переводить, просто да. Запятая I will. Второй. When will you have the party? А когда у тебя будет вечеринка? Так как у нас в начале появляются слова с WH, вот как мы их все видим. Тут, правда, за некоторым исключением, они все специальные вопросы. Где, куда, зачем, почему, сколько. Вот если вы видите вопросы, начинаемые с этих слов, вопрос специальный, ответ на него должен быть полным. Поэтому наш вопрос, когда у тебя будет вечеринка, отвечаем полностью. I will have the party in May. У меня, ну, дословно я буду иметь вечеринку, но по-русски красивее сказать. У меня будет вечеринка в мае. Вместо мая можно было написать на следующей неделе. Next week.
или через 2 дня, in 2 days, и так далее. То есть вариантов много, но я выбрала такой коротенький, в мае. Май с большой буквы, если что. Третье. Where will you have it? А где она у тебя будет? It – это имеется в виду вечеринка. Ответ. I will have it at home. Она у меня будет дома. Тут может быть в саду, тут может быть в кафе, в ресторане. То есть можно тоже подобрать другие варианты. Четвертое. Who will you invite? Кого ты пригласишь? I will invite my school friends. Я приглашу своих школьных друзей. Пятый. What will you eat? А что вы будете есть? We will eat salads and sandwiches. Мы будем есть салаты и бутерброды. Конечно, здесь можно заменить вот любой едой, которую вы уже проходили. Шестой. What will you drink? А что вы будете пить? We will drink tea and lemonade. То есть, опять же, подбирайте что-то свое. У меня в переводе мы будем пить чай и лимонад. Седьмое. Who will cook? Кто будет готовить? My mother will cook. Моя мама будет готовить. Восьмой. What music will you listen to? Какую музыку вы будете слушать? Сложный такой вопрос, как бы не совсем понятно, что имеет в виду. Вы-то не учили разные жанры музыки, поэтому я так подобрала. We will listen to the radio. Мы будем слушать радио. Will you dance or sing? Вы будете танцевать или петь? Ответ. We will dance. Мы будем танцевать. Десятый. Will you play any games? А вы будете играть в какие-нибудь игры? Вот тут я не посмотрела сначала, вопрос-то у нас общий, поэтому для начала отвечаем кратенько. Yes, we will. То есть вот здесь ответили «да». А потом, кто хочет, можете добавить еще и предложение, во что именно будете играть. We will play lotto. То есть мы будем играть в лото. Одиннадцатый. Will you enjoy the party? А вы получите удовольствие от вечеринки? Опять же, общий вопрос. Ответ коротко. Yes, we will. В переводе просто «да».